Всем привет! Мы во Франции очутились. Ехали-ехали, встали и вдруг очутились во Франции. В горах Альпа. В общем, вот такой вид за нами. Прекрасный. Мы среди гор. Ехали дорогой, которая сколько? 1800? 1800, да. 1800 над уровнем моря. 1800 над уровнем. Еще чуть-чуть и Каверла там где-то. Вот так. Идем исследовать землю. Что здесь находится? Французскую. Мы во Франции. В супермаркете меня переполняют эмоции. Просто. И тут реально говорят на французском. Так, надо вспоминать сразу французский. Я не ожидала, не готовилась. Хоть что-то сказать, хоть одно слово. Я уже сказала спасибо. Мерси, я уже сказала. Теперь надо хоть еще что-то сказать. Еще что-то сказать. Бонжур. Бонжур. Короче, начали с Италии, закончили Францией. На радостях накупили всего во Франции. Вообще я не ожидала вообще ничего покупать. Короче, на радостях скупили пол супермаркета. Дядечка нам, какой-то дедок там помогал рассчитываться на... Ой, короче, классно. Теперь мы идем искать туалет. Так, Надя поднимается. Ага, чао, какао. О, как классно. Так, теперь я следом за Надей иду. Очень вкусная груша. Итальянская. А едим ее во Франции, парадокс. А сами из Украины. А вот и думайте, как это все. Во
Франции, вот, гуляем. Вообще вид в моем телефоне никакой, ну ладно. Да хоть там сзади. Короче, приехала я во Францию, поняла, что надо что-то сказать на французском. Вот, и только что на остановке нам мужик. Вот, и моя заветная, я ее эту фразу выучила в 13 лет, типа, я не говорю на французском языке. И я ему говорю эту фразу, и он меня понял. Я секунду, 5 секунд спустя начала прыгать от удовольствия. Боже, он подумал, что я точно это, как я повернулась, он на меня смотрит, да. Знаешь, а я иду прыгаю. Я сказала на французском, и меня поняли. Фух, я нездоровая. Тут реально холодно, но мне как бы пока не сильно холодно. Пока нервует, да? Да, пока терпимо. Но я не понимаю, где пройтись красиво, чтобы пройтись красиво. Мы что-то идем по дороге и короче, я не знаю, куда идти. Туда. Может, опять да. Супермаркет, я хочу какую-то, не знаю, футболку с Франции привезти, что ли. А то мы набрали на радостях какую-то вермишель. Какую-то шоколадку, в общем, а толковое что-то привезти. Ну, такой повесил занавеску там французскую. Это с Франции. А скатерть у меня с Италии. А, я не знаю. А там люстра с Норвегии. Меня ждет люстра с Норвегии. Короче, все такое. Разговорилась я сегодня. В общем, пытались дорогу найти. Уже какой раз мы, получается, в тупик заходим. Просто тупик. Сверху упираемся, дороги нет. Приходится идти назад. Идти назад, а потом опять по трассе назад. И опять спуск на главную дорогу. Как-то так, я не понимаю, как тут это все устроено. Получается, по центру идет, наверное, одна дорога. Наверное. А потом... А вот по краю они все уходят на трассу или что. Я не пойму, что мы не можем пройти параллельными как-то путями. Может быть, вот там вот смотрим. Ну, давай еще рискнем так наверх пойти, да? Вот здесь, да? О, смотри, да там тоже оттуда. Закрыто. О, смотри, вон. А, снизу вон идут. Стоишь. Давай, короче, мы тоже туда. Давай здесь где-то спустимся. Да, а, вот, смотри, люди вообще туда пошли. Все, мы туда идем. А, тут, слушай, тут что? Тут, наверное, все-таки с той стороны. Да нет, тут туда обходить. Как мы туда пойдем? О, вот, смотри, какая-то дорожка. В общем, так. Интересно. Так, я так понимаю, это все отели, да? Ну, да. Это все отели. Тут все, получается, приезжие. Ну, это не выглядит как дома. Ну, да. Дома вот это, наверное, по бокам. Да, да. А тут именно. А это отели, где люди приезжают на горно-лыжный курорт. Ну, а что сейчас им тут, наверное, тут сейчас пустоватенько. Или просто в горах погулять. Просто, может, да, погулять, падать. А нам надо уже где-то поворачивать в нашу сторону, да? У нас же там 20 минут осталось. Короче, теперь ищем трассу назад. Lunch is ready. Gracias. Короче, шли какие-то столы, увидели. Сели за какие-то столы. Может, сейчас нас попросят уйти. Ощущение, что какая-то столовая. А, телефон сейчас так. Вот такие дали нам пицца-холдер. На картинке нарисовано. О, слушай, сколько он недавно. Да, мы же сказали 6, он, наверное, 6 кусков мы брали, и он типа нам думал, что мы шестером, а мы вдвоем 6 кусков. А, сейчас все поулетает. Так,
фотку сделать. Плямкаем, все снимем. Только оно, вот бы, чтобы саму пиццу видеть. В общем, завидуйте нам. Так. Обалденная пицца. А мы не лопнем, столько взяли. Сейчас походу. Здесь еще можем на вечер или на утро оставить. На завтра. Вот это, я понимаю, сыром залито просто. Ой, бумагу ем. Как-то непонятно. Где там картинка? Может, тебе как-то подбегать надо? Не, ну вроде правильно держим, но... Как его кусать? Очень вкусно. Вкусная булка. Трава какая-то там еще у меня. Угу. Отель совсем большой. Большие отели. Я люблю маленькие. Да. Наш маленький и очень оригинальный. Какой-то базилик. Что-то у меня какая-то трава такая. Какие-то таблички тут про место. Надеюсь, не написано, что типа тут кушают одни бомжи. Тут никого нету, кроме нас. Мы такие, и стол тут такой, скажем, некрасивый. Мы продолжаем праздновать этот день картошки. Обалдеть, как вкусно. Я еще одну не доела, а... Так просто есть? А их тут 6. Перченая, да. Пошли искать мой горнолыжный спуск. Да. Вот, идем по ступеням. Куда-то идем, уже так долго идем. Все поднимаемся, все не можем найти где его вход. Ну да. Ну, она решила обойти. С ней не идите в поход. А? С ней, говорю, не идите в поход, она вас заведет. Может, эта преграда стоит для особо любопытных? Или, или для этих, которые слышат. Судя по ее протоптанности, ну как бы, какая она заросшая, то здесь никто не ходит. Или не ходил последние. Да, ух! Ух! Ну, уже идем к трассе, вот там трасса, ну, слышится. Тут, кстати, тропинка есть. Да? Не так устаешь, когда по дорожке идешь. Фух, по-моему, ступеньки правее, не? Правее ступеньки. Пойди на разведку.
А я тут постою. Ой. Какашки, не какашки. Шишки. Шо? Ой, пока ты там до ступенек, я уже наверх поднимусь. Ой. Ой, оно сыпется. Фух, отключаюсь. Фух, вон он, спереди. Еще как бы типа чуть-чуть, а потом просто на лыжне спуститься. Фух. Ну, вон как бы дорога. Но что нам дорога? Вот есть тропинка. Такая дорога. Мы пойдем сюда. Да. Идем. Время есть. Куда и зайдем. Ну что? Вон! Чуть-чуть. О! О! Идем туда. Как мы только пришли. Кость, ты сказала, с высоты вид. Красиво. Мы идем наверх. Вид красивый. Он явно не это имел в виду, но... Мы не ищем легких людей, мы такие. Вид какой сзади, дайте смотреть. Сейчас. Что сзади? Там сверху будет, я тебе говорю. Сверху будет вид намного круче. Намного круче. Ой. Полпути забрались, тут даже люди. Они когда спускались, им легче. А мы уже раздеваемся, потому что нам уже типа... Главное 10 метров от последнего видео, но как бы не первой молодости, нет, красивее надо сказать, силы уже идти нет. Просто то... очень взрослая. Да нет, вообще не то. Ну не 20 же, что ли? Да нет, да там, что красиво говорится. А ну... Накидайте в комментариях, как красиво сказать, что ты как бы типа уже не молодой. Что бы я сказала? Ну так надо красивую какую-то фразу, чтобы можно было ее. Просто есть года, которые прибавлены к тем годам. Я тоже не думаю. Как Дима бы сказал, белиссимо. А что такое? Я даже его не перевела. Перфекто я смотрела. Ну, это прекрасно. Великолепно, замечательно. Я так тоже типа понимаю. Ой, надо снять этот вид, да, что я смотрю сейчас, что на наши лица прекрасные смотреть. А вы как думаете, мы осилим? Вон, сейчас где? Где? А где дорога? Вон дорога. Не, ну так он по виду вообще, как будто в степи, знаешь, типа там 10 метров, что за проблема? Тут же не видно, что тут склон такой. Сильный. Вид, показываю вид. А вид? А вид, а вид. Калитка. Двадцать один. Так. Дрон тут летает над... Подлетел, он сначала высоко так летел, потом вернулся к нам, и мы на него смотрим, машем, он над нами. Ну так как-то мрачно, да? Так чуть-чуть, я не знаю. Не то чтобы мрачно, как-то страшно. Ну вот я ж, ну да, что-то есть, типа, мало ли кто это. Возле нас полетал, он возвращается. Слушай, можно махать хайдаши. Вон еще один, слушай, или то птица. Ой, уже совсем. Сейчас каждую птицу будем. Ох. Но дрон такой шумный, да, вот так скрытно, типа тихо не пролетишь. Да-да. Мы ему что-то покричали, что мы из Украины. Как он знал, что мы украинцы?
Как это? Тот, который пить. Может, 20 раз это рассказывать? Нет, еще 2 раза и все. Ага. А то у меня дежавю с кое-какой персоной. Да. Смотри, мы больше 10 метров. Это просто дрон отвлек наш внимание. И, как бы, понимаешь, силу. Мы забыли, что мы типа устали. Что мы идем. Мы пока с дроном говорили. Можно так это сказать. Дрон нас понял. Я себя вижу, не вижу. Короче, пока с дроном говорили, мы прошли еще 10 метров. Хороший ход. Отвлечь внимание. Вот. Будьте здоровы. Люди в черном увидели нас. Это они пускали дрона. Откуда? Ясно. Люди в черном. Двое сюда в синем. В черном туда. Так, я переключаю камеру на себя. Итальянцы любят улыбаться. Всякое такое. Лишний раз. Не, можешь махать, можно не махать. Чао. Чао. Ой, что я сказала? Чао, вообще-то привет. Правильно, привет. Ну, привет, типа, родным и близким. А типа, бонжорно сказать. Просто бонжорно такое длинное слово. И оно мне такое, добрый день, вот, в ассоциации. А чао, типа, знаешь, как бы такое неформально. Прям до вершины. Что хочу сказать. Мы... Я не поняла, где начало? Начало чего? Начало? Один, что вот начало. Начало должно быть поляна такая большая. Поляна? Да. Это нет. А где? Асфальт и пошла лыжня. Я что-то не поняла. А видишь? Ну туда же дороги нет. Ребята, мы пришли. И тут асфальт. Конечно, тут нормальные люди. Приезжают машиной. Вот. Что ты портишь мне настроение? Вот. Так, сейчас мы будем здесь снимать фоточки. Солнце не очень удачно стоит. И снизу эта гора, мне казалось, эта лыжня, она мне казалась красивее, чем сверху. Вот, вот я смотрю, мне как будто степь какая-то и это поле для паски и лошадей. Этих коров. Вот и машина едет, я же говорю. Это Дима Саранов. Нормальные люди ездят тут машиной. Да. Ой. А у нас, кстати, тоже великолепные пешкарусы идем. Куда они поехали? Не знаю. Можно. Не вон мне. Там пошла дорога туда. Вон там еще кто-то идет. Можно, в принципе. Значит, наверное, это она. Можно, в принципе, туда спуститься. В общем, ладно, делаем фотки. Слушай, давай к тому домику поднимемся. Да. Какая-то тропинка там есть. Можно. Мне кажется, там еще вид будет. Ну, он же еще выше, намного выше стоит. Тут вроде расстояние маленькое, но крутое очень. Я думаю, что будет еще классный вид. Надеюсь, там собак никаких нету. Ну, чтобы на нас спустить. Ну, тропинка такая протоптана нормально, да? Ладно, я пока поснимаю. А? Жалко, что вот эта трава. Ну, в принципе. Сейчас мы сделаем еще пару фоток прикольных. Это вторая горка. Пришли на самый верх. На самое начало. Ну, в принципе, там дальше нечего идти, я смотрю.
ну, для фоток. Вот только где-то сфотку сделаем, что мы в самом начале. Можно прямо возле этих штук, подъемников. И можно, по сути, спускаться. На верхнюю ты имеешь в виду? На какую сесть? Вот на верхнюю сесть, конечно. Вот нам подтвердило. Не знаю, если мы к ней поднимемся. Она же там, может быть, высота. О, это подъемник. Вот. Вот тут возле этого мы сфоткаемся. Смотри, возле этого. Залезем, залезем. Вот на ту дальнюю. Только подожди. Если мы уже туда пойдем, мы тут не вернемся. Или вернемся. Да что, мы фотку сделаем, да, да пойдем. Давай оставим только в шмотке тут. Да? Да. Пси. Точно? Точно, шо. Ну давай. Че, мы зря сюда поднимались? Ну давай. Пошли, только видно. Посмотри, от камня там достать. От камня. Давай, потилипали. Надеюсь, тут собак. Главное, чтобы тут не было собак. Пошли, где-то сфоткаемся. Это крутяк будет. Вообще. Наконец-то хоть какую-то эмоцию записала на видео. А то все время я сначала покричу, а потом, ой, надо было видео заснять. Вот тут круто залезть. Что ты тут? Пошла ты, пошла. Куда ты пошла? Они вообще, они же закрыты. Да, Ленка, мы же не ищем легких путей, понимаешь? Так, быстрее, мы там сумки оставили. Тихо, тихо. Ого, ты что? Тут явно не для ходьбы. Ну что поделаешь? Так. Они какие-то, они не сидячие. Ну давай, идем быстро. Быстрее назад. Надеюсь, тут никого нет в живых. Ну, в смысле, вообще. Так. Мы на самом верху лыжной трассы в Альпах, в городе, каком-то городе. Кстати, геолокацию. Сейчас я посмотрю, где мы, поставлю геолокацию, отмечу в Фейсбуке, где я была. Вот доказательство, верхушка, что мы тут были. Надюх, а мы туда и не пойдем. Давай, чуть-чуть залезем. О! О! Так, вы бачите, что с нами делается? Италия так на нас действует. А чего там будут падать? Откуда? Падать тогда могут и все, именно в конце. Да. А чего тут такое? Кто знает, зачем вот эти штуки? Под последней, перед высадкой, высадка дальше. Правильно? Я же правильно понимаю? Или там нету высадки? Может, это такая высадка? Видишь, там это ступеньки эти, как они там, лесенка. И это что такое у нас, веревка? Слушай, залезть туда, сесть? О, потом не вылезешь. Слушай, идейка, да. У меня разве плохие идейки бывают вообще? Надо. Так кто лезет? Смотри, сзади, давай, ты, смотри, он сзади. Вход, давай, аккуратненько пролезь, сядь, я тебя сфоткаю, потом ты меня. Так, Ленка лезет. Лезет Ленка. Че, кроссовок сполз? Слушай, я в туалет хочу. Доброе утро всем. 4 утра, а мы уже отправляемся на электричку на местную. Прощаемся с местным городом. Красивый был городок, а мы его сняли? Да, конечно. Вот это же, да. Да? В общем, ну, я не знаю, сказали, что 3 градуса ночи, но что-то я одела все, что могла. Как бы куча кофт там. Одна у меня кофта, а футболка, рубашечка и вот это. И мне, в принципе, не холодно.
Если будем стоять полчаса сейчас, ждать электричку, то будет прохладно. Да. В общем, путешествие заканчивается. Дорога в аэропорт. Это какой-то фермер. Приехали во Львов. Только что были в... Как это еще раз? Ребра. Реберня. Были в Реберне, как бы на русском сказать. В Реберне. Реберная. Не, ну слово как бы правильно, но это... Короче, ели ребра. Теперь идем. Мне очень холодно. Я, короче, тут у нас плюс 9. Ну, влажно, значит. А я одета как здрасте. Вот. Лене теплей. Чуть-чуть теплей. Как тебе не стыдно вообще? Тебе холодно? Тебе тепло, а мне холодно. Мне тоже холодно. 3 километра до вокзала. А и будем... сколько нам часов? Сейчас 4, да? Да, а у нас? 4, 5, 6, 7, 8. Больше 4 часов у нас на... Идем сдавать тест. Идем смотреть Львов. Смотрим. Вон вот такой Львов. Вот. Короче, сами приезжайте, сами смотрите. А мы идем смотреть. Пока. Снимаю что-то. А то вдруг кто никогда не был во Львове.